Серые шорты, футболка с надписью «Nike», бейсболка, привычная для фанов улыбка и драйв популярных треков. Уже второй раз в Днепропетровск с концертом приехал белорусский певец Макс Корж. Специально к Международному дню всех женщин всего на 2 часа изысканный концерт-холл «Опера» с помощью организатора вечера продюсерского центра «Нота» и белорусских музыкантов превратился в площадку, свободную от стереотипов и официозов концерта, полную качем, микс-рэпом, драйвовыми сетами и щемящей душевным соло звезды Белоруссии. Фаны пели любимые хиты в унисон с Максом, а он, как и всегда, делал жаркую атмосферу более прохладной, прямо со сцены обливая фанов водой, хотя это и не помогало. В начале весны в Днепропетровске он уже с 3-м альбомом под названием «Домашний». Ведь Макс не стесняется показать себя таким домашним, любящим отцом маленькой Мими и хорошим мужем любимой Татьяны. Поэтому в новом альбоме слышим «Кто здесь отец» и самого домашнего Макса Коржа. Если ты с ним,